Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Читовой. Обязательная вещь в женском гардеробе – платье любого фасона. Они всегда придают уверенность, женственность и нежность образу. Платья актуальны вне зависимости от сезона, стиля и образа жизни. Ведь модные платья – это не только красивые вечерние наряды, но и платья делового и повседневного стиля. Данный фасон недаром давно стал классическим. Он универсален, идет абсолютно всем, вне зависимости от роста, типа фигуры, возраста и статуса. Практичные и функциональные платья-рубашки можно носить не только самостоятельно, но и в многослойных образах. Под него можно надевать футболку и водолазки. Такое сочетание будет смотреться очень эффектно. Такое платье можно надевать даже с брюками и джинсами. Не только объемные рукава и спущенный рукав, открытые плечи в этом году очень актуальны. Пышные фонарики, большие подплечники и другие способы визуально акцентировать внимание на плечах подходят тем, у кого не слишком широкие плечи. Буфы и фонарики – очень женственные элементы. При выборе необходимо учитывать свой тип фигуры и уже имеющийся гардероб. Трудно себе представить межсезонье без трикотажа. Он выглядит очень уютно и стильно, защищает от непредсказуемой весенней погоды. Фасонов достаточно много, можно выбрать на любой тип фигуры, не забывайте учитывать ее особенности. Трикотажные платья могут быть как строгими, так и расслабленными, спортивными и романтическими. Есть длинные, миди, асимметричные и укороченные модели. В этом сезоне преобладают яркие насыщенные оттенки – розовый, желтый, оранжевый, голубой и сиреневый. Выбирайте цвет модного платья по настроению и главное не забывайте, что не всем может подойти тот или иной оттенок. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!